Борис, представьте, какую вторую песню будет ваш петь подопечный Сергей Савин? Ой, песня тоже далеко не лирическая. Песня очень такая заводная. Вы ее сами выбрали? Нет, всем коллективом канала. Какая? Песня «Эсаул». «Эсаул»? Да. Автор и исполнитель Олег Газманов. А сейчас будет исполнить ее Сергей Савин. Сергей Савин, «Эсаул». Встречайте. Сергей Савин. Помнишь, как в степи гуляли? Выбирал ты сам себе коней. Твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда готов был в бой. Помнишь, как тебя любил он? Гордо под тобой ходил он. Как из рук твоих хлеб и соль он ел, был в бою так безнадежно смел. Эсаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Эсаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Эсаул, Эсаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. А теперь он спутанный стоит, затрещенный кнут над ним дрожит. Разорвать ремни не хватает сил, только штук железный загустил. Эсаул, Эсаул, что ж ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Эсаул, Эсаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Эсаул, Эсаул, ты оставил страну и твой конь под седлом чужака. Сергей Савин! Сергей Савин, молодец! Серега, ну идея очень прикольная, скажи сам, а придумал такую интерпретацию песни. Да, и мне помогали наши режиссеры. Сейчас, подожди, послушаем людей, а потом тебя. А теперь вернемся к интерпретации. Конечно же, не все я сделал я сам. Мне помогали наши замечательные режиссеры, замечательная вокальная команда, которая помогала все это записывать, все это делать, все это исполнять. А руки чего трясутся, чего ты волнуешься? Конечно. Уже ж ты бросил коня, конечно, уже все хорошо. А вот тот самый случай, когда еще в образе песни. Послушаем судей, какое на них произвело впечатление такое исполнение. Прошу вас, Лолита. У меня мурашки по коже. Я давала себе слово, что сегодня буду... Выключите кондиционер, пожалуйста. Сегодня буду совершенно не... Ну, как бы, может быть, пытаться и где-то быть необъективной, сразу скажу, потому что мне сегодня последний день, и я должна за своего драть глотку. Но сейчас вышел, спел, считай, что ты меня убил в самое сердце, как зрителя, как женщину, как артистку. У меня, правда, вот до сих пор я не могу выйти из этого состояния. Настолько это филигранно сделано. Спасибо большое. Роман Емельянов. Во что попал Савин? Ну, мне кажется, что аплодисменты зрителя говорят все. Сдайтесь!
Сдайтесь. Нокаут. Роман Они говорят, эти аплодисменты говорят, что Сергею Савину удалось провести в студию больше друзей, чем Эркину Холматову. Просто место твоих освободилось, понимаешь? Так мы своих привели. Спасибо. Я хочу сказать, что счет футбольного матча 1-1. Я считаю, что это абсолютный успех, абсолютная победа, прежде всего, над самим собой. И я сегодня впервые услышал, что ты можешь владеть своим голосом, когда тебе это нужно. И когда ты это делаешь, у тебя голос звучит очень интересно. Спасибо большое. И когда нет жеманности, ты выигрываешь. Спасибо большое. А слово папе, Борис Аркадьевич? Я стал папой, как говорится, по неволе. И меня свела судьба с Сережей. Я могу сказать откровенно, что сегодня, ну, понятно, что сейчас он все это сделал классно. Я просто единственное хочу сказать, что мне очень нравится, что сейчас я видел, мы много разговариваем с ним, причем совершенно отвлеченные темы. И я как бы все время привожу какие-то примеры именно на состояние себя в этой всей профессии, в этой истории. Мне кажется, что вот по последней штуке, которую он исполнил, по этой песне «Саул», он многое-многое понял. По крайней мере, он сам понимает, скажем так, он тоже взрослеет на этом проекте. Я очень доволен, что меня судьба свела с таким сыном. Алла Борисовна, вам слово. Ну, я очень рада, что у тебя получилась эта песня. Я даже не ожидал, что ты так можешь спеть. Молодец, поздравляю. Спасибо большое. Это был Сергей Савин. Это был Сергей Савин.